Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, гости канала. Buongiorno tutti cari amici, кто смотрит меня из Италии. У нас где-то около 10 утра, и прежде чем приготовить себе завтрак, я решила посмотреть, как застыл мой холодец. Ну, в принципе, нормально, нормально. Я не снимала видео вчера, потому что не знала, застынет ли он. Ну, думаю, чего снимать, вдруг тут ничего не получится. Но все получилось. Варила я всего 3 часа, ну, экономия газа, сами понимаете, в Европе. И добавляла вот такой вот желатин наш. Вот. Так, из чего я делала? Здесь свиная рулька. Ну, слава тебе, Господи, у нас в декабре начинают появляться к Рождеству различные запчасти от животных. Ну, в принципе, это можно найти в большом супермаркете. Ну, мы, поскольку на окраине Милана, то в нашем магазине это редкость найти. Там свиные ноги, рульку и так далее. Даже запчасти каких-то животных. Например, печень кролика, да? Вот я в нашем магазине вообще никогда здесь не видела это. Вот, а в Джиганте видела. И в Керрифуре, и... забыла, Эсселунга. Эсселунга еще, большой супермаркет. Вот. Ну что, мы, русские странные, рубанем по холодцу, а с чесночком, да, в 10 утра. Ну, я буду варить сегодня картошечку, может быть, пюре, либо просто картошечку. Я думала, муж мой не будет кушать, поэтому, видите, у меня неполная вот эта вот бадья, мало бульона. Ну, очень мясной холодец получился, прям вот, ну, супер, а. Вот, красотень. Говорится. Сейчас я разрежу кусочек, посмотрим. Может быть, он слишком даже тугой получился. А сколько у меня там было воды? Литра 2-3 на 3, наверное, литра. Потом выкипело. Литр где-то выкипел. Плюс косточки были покрыты. Ну, максимум там литр-полтора оставалось. Вот. И где-то я брала... Замачивала столовую ложку желатина. Желатина получилась полстаканчика обычного, 200-граммового. Ну что, сейчас я возьму ножичек и разрежу. Ну что, вот режу. Режу. Холодец. Ну так, в принципе, нормально. Нормально. Приготовила тут горчички. Вот такая сенапе горчичка у нас. Есть еще вот такой вот соус. Закрыт еще купила. Второй раз покупаю. Для курицы. Но я его не только для курицы употребляю. Опанки какой. Видели, да? Вот так вот. Хлеба у меня черного нету. Ну, пойду куплю попозже. Вот так вот. Сейчас мы с горчичкой-то, а? Попробуем наше кулинарное искусство. Так. Вкуснятина. Картошечку в мундирах бы сюда. Супер, а? Супер, дорогие мои. Вот так вот. Завтрак. Какой у меня сегодня. Жира мало. Хоть и рулька, да? Сверху тут немножко плавает. Ну что, всем приятного аппетита, а мне тем более. Отключаюсь. Отключаюсь. Уж очень вкусно. Трудновато через камеру есть, а мукбанг на камеру я как-то не очень люблю. Открыто показывать, как я жую. Вот. Всем всего хорошего, мои дорогие.
Позитива вам и настроения на весь предстоящий день. Чао. Пришлось еще раз включиться, когда я уже тут начала трапезничать. Муж мой сказал, что, говорит, блюдо это похожее готовят также на юге Италии. Оригинал, да? Вот. Так что холодец это не только наше блюдо, но и также народов юга Италии, как говорится, да? Ну, Италия разрозненная республика, молодая. Кто тут только не живет, а? Да. Так что вот. Муж тоже захотел попробовать. Аппетит поднялся.